Hola amigos, на связи Матвей. Да, вы не ошиблись. Сейчас не конец 2018 года, и это не кликбейт. В этом видео мы и вправду поговорим про такое необычное явление в игре, как разрешение 4 на 3. С таким разрешением в 7 и 6 сезоне играли абсолютно все киберспортсмены на Ютубе и Твиче. Так куда же пропало разрешение 4 на 3 сейчас, и как его можно установить в 2021 году? Сегодня я об этом вам поподробнее расскажу, ну а перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете лучший и единственный контент по Fortnite Mobile в СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что лучшая поддержка меня — это мой тег автормотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании. Если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Discord сервере, на него ссылку вы тоже найдете в описании. Ну а теперь, после небольшой саморекламы, предлагаю вам рассказать, как можно установить разрешение 4 на 3 в Fortnite на любом устройстве и куда вообще эта вся тема пропала в наши дни. Вообще, предлагаю начать с того, почему киберспортсмены начали использовать именно такое разрешение для игры. Ведь со стороны можно даже подумать, что это наоборот портит игру и непонятно, как так играть. Но нет, киберспортсмены того времени нашли в этом преимущество. Из-за такого необычного разрешения экрана появлялась небольшая оптическая иллюзия, когда все предметы, находящиеся посередине экрана, становились больше, а те, которые были с края, наоборот, меньше. Ну и соответственно, если перед вами был противник, его скин становился больше и вам было легче в него целиться. Плюс к этому в то время только что добавили новое оружие, для нас это уже обыденность как помпа, а вы знаете, это такое оружие, которое может убить вашего врага всего лишь с одного выстрела. И при таком факторе разрешение 4 на 3 становилось еще более актуальней. Но как можно установить разрешение 4 на 3 в Fortnite на любом устройстве в 2021 году? Ответ – никак. Да, сейчас никто не играет с таким разрешением, потому что его просто удалили из игры. Нет, ну вы, конечно, можете еще даже по старым способам в Fortnite на любом устройстве установить разрешение 4 на 3, но проблема заключается в том, что если вы захотите поменять разрешение, то ваша игра просто снизится и уменьшится до этого разрешения, а не действие в игре, как это было раньше. Поэтому поиграть сейчас в 4 на 3 это то же самое, что поиграть в Fortnite на более мелком экране. Ну и задается вопрос, почему эпики удалили 4 на 3? Неужели это какая-то слишком имбовая штука по типу читов, и поэтому мы больше не видим разрешение 4 на 3 в нашей игре? По правде нет, причина заключается не в этом. Как я уже ранее говорил, что 4 на 3 это вот только помощь для экспертов в этой игре, а не для новичков, потому что когда обычные люди видят такое разрешение, у них вообще плывут мозги, и они думают: «Йоу, что это происходит, как так играть?» А как раз таки это был конец 2018 года, именно в то время Fortnite очень жестко форсился, поэтому на всякого рода контента по Fortnite всегда было очень много зрителей. Причем большая часть зрителей в новинку видела эту игру и, соответственно, прежде еще в нее не играли. Ну и когда новичок, который только что услышал про эту игру Fortnite, заходит на стрим того же Монграля и видит такое необычное разрешение экрана, которое режет глаза, естественно, он не понимает, что происходит, он думает, что игра вся будет вот такой, и у него это вызывает отвращение, и позже, вследствие, он не хочет больше играть в Fortnite. Именно поэтому эпики и удалили это разрешение, потому что оно просто у новичков вызывало отвращение и непонимание игры. Так что, если вы еще задаетесь вопросом, как установить разрешение 4 на 3 в 2021 году, то с уверенностью могу сказать, что больше этого разрешения в игре мы не увидим. Скачивать его, там, пробовать какие-то способы, тоже это все бессмысленно, потому что такого разрешения, как это было в 7 и 6 сезоне, вы больше не увидите. Думаю, я ответил на ваш вопрос, и больше вы мне с таким вопросом не будете писать. Надеюсь, вам была интересна данная информация из этого ролика. Если так и есть, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Обязательно пишите в комментариях, что думаете по поводу этого именно вы. Будет интересно узнать. Также обязательно отправляй это видео своему другу, который до сих пор ищет актуальный способ по установке 4 на 3 в Fortnite. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego!